Всем привет, с вами Crazy Stalker. Ну что, мы с вами в госпитале уже, за последними документами пришли. Короче, был я опять в Припяти, забрал я там документы офлайн. Ну, в общем, как-то так. Осталось только пройти у нас в госпиталь. Что ж они там стреляют сюда? Посмотри, вы в курсе, что у меня классные кустики есть? Балбесы. Да и заныкался. Ну, а ты с винтовки не мог попасть. Так, ладно, будем сейчас искать. Враг в зоне видимости. Веду бой. Так. Еще там один. Где-то. Веду бой с противником. Уже не ведет. Где ты нарешь? Так, ну ладно, зайдем в госпиталь. Посмотрим, что тут у нас. Я так понимаю, это госпиталь из Припяти. Да хрен его знает, где они. Еще я за ними буду лазить, у меня тут другие задачи. Ладно, сейчас на второй этаж поднимемся. Так, а где мы вообще находимся? Нам надо куда? Нам надо, короче, сходить вот в эти аномалии, потом вот сюда сходить. А потом уже зайти в госпиталь. Так. Ну, задача ясна. Погнали. Опа. Что за ад? Карусель. Вы достали уже, прячетесь за углами. Так, посмотрим, что у нас тут с артами. Может, что-то полезное есть. Но походу я ничего тут не вижу. А как, блядь? Я ж мимо прошел, ну чё? Так, я понимаю, короче, тут нету ничего, идем дальше. Да, в принципе, и не важно, у меня и так нормальный подбор артов. Так, еще один. Ух, даже два.
Так, что это у нас? Душа. А это? Ну, как ты называешься? Ладно. Так, погнали в следующую аномалию. Опа. Еще один. Еще одна душа. Так. А тут что у нас? Кровь камня. Себя. Где-то я уже такое видел, говорят. А, ну да, в Зооприпяти. Вывет. И все, да? Ладно. Сердце дьявола. А это что, под землей, что ли? Очень интересно. Да ладно, не будем летать. А еще. Где-то что-то под землей у нас есть. Так. Куда? Блин, не то. Короче, нам надо сюда, к радарам. Я так понимаю. Посмотреть. Так, давайте энергетика шибанем. Собаки там. Сколько вас тут? Что они буквой зю бегают? Так, ну походу все. Так. Mm-hmm.
это прикольно сделано. Правда, в странном месте это все расположено. Так. Деформер. Фига, что я нашел. Что ты такое? Уникальный артефакт был найден единственный экземпляр на разломах Затона. По сей день ученые не пришли к однозначному выводу, что первичный артефакт образуется на месте разлома земной коры, или сам артефакт поражает эти разломы, повышает устойчивость ко всем видам аномалий. Восстановление здоровья плюс 6. Так, минус 5. Минус 2. А у нас все минус так. Блин. Только вместо этого. В смысле? Это как? Стой. У этого минус 2, у этого минус 2. Это 4. У этого минус 2, минус 6. А, стоп. А, у этого радиация плюс 10. Типа, блин. Тогда только так получается. Во. Ну все тогда. Больше тут, по-моему, нечего ставить. Нахрена столько радиации сделали? Если это уникальный артефакт. Ну ладно, сделали так сделали. Так, ну что? Да я думаю, больше не стоит ничего искать. Мы, по-моему, лучшего тут и не найдем ничего. Самое уникальное и необычное мы уже нашли. Так, ну погнали тогда, короче, в сам госпиталь, да? Так, как нам тут? Ага, вокруг надо обойти вот это. Так, ну бежим тогда в сам госпиталь. Перегружен я, правда, все равно. Ну, я так думаю, что это нам пригодится. Короче, я так понимаю, это, наверное, будет предпоследняя серия. Откуда ты там стреляешь? Ну, я что, наугад его пристрелил? Во, я даю. Так, что ты такое?
Так, что мы подобрали? Опять этот светляк. Так. Ну и мы идем в госпиталь. Пружинка. Что за пружинка? Какой хороший пестик. Ну ладно, погнали. Сейчас тут куча монолитов будет, как всегда. Так. Ну это... Покойник! Можно спрятать. Враг поражена! Уничтожаю его! Так, ну нам сюда, по-моему. Кладем его! Братья, убивайте их! Вперед! Кает. Цель поражена. Братья, убивайте их. Ты будешь ликвидирован. Противник, ликвидировать. Враги. Веду бой с противником. В зоне поражения.
Так. Все, да? По идее. Деактивация атмосферной установки. Чтобы деактивировать атмосферную установку, необходимо запустить процесс самоликвидации лаборатории с ней. Для этого необходимо отключить установку номер 1, заложить под нее взрывчатку, потом отключить установки 2, первый и второй агрегат, уничтожив генератор, обесточить агрегаты, заложить взрывчатку под них. После этого надо взорвать установленные заряды, предварительно выйдя на безопасное расстояние. Так, ну что, на выход, да? Так, как мы тут можем выйти? Там где-то я видел, походу, дверь вниз. О. Фу-фу, какое-то. Так, и нам братья, надо... Братья, убивайте их! Где ты там орёшь? Так, а куда нам надо? Так, а нам надо вот туда, да? Блин, а я в госпитале был всего один раз, когда проходил чистое небо. Враг монолита! Изменяем! Уничтожаю его! Так. Так, походу здесь мы прошли. Так, что у нас со жрачкой? Мне сдается, я заблудился. Так. Здесь точно ничего нету. Мы вышли. Так, идем дальше.
Вообще, блядь, мы вышли назад. Вот я гоню. Нам надо в другую сторону. Так. Ладно. Я так понимаю, все равно выход где-то должен быть сверху, да? Так, нам определенно в ту сторону. Прикиньте, я заблудился в госпитале, я не знаю, куда идти, короче. Говорю, я давно играл. Нам. Враг мана. Ты не коснешься монолита. Противник. Ему нужно найти. Уничтожать. Противники в зоне эффективного монолит. Где? Так. Еще трое где-то. Катят монолитовый. Слуга монолитовый уничтожит тебя. Так, походу мы Вперед. Идем правильным путем. Я убил его. Враги монолита. Ликвидировать. Вот и убил. Не уйдет!
Так. Опа. Ты чё такое? А куда мы вышли? Ни хрена себе. Вот это да. Нифига не тут госпиталь сделали. Так, я там видел дверь кодовую. Здесь же такого нельзя, они переделали все. Офигеть. Так, а там у нас что? Крысы эти лазят. Так, а что там они за дверь щемятся? На рабочая? Не, не рабочая. Так. Вот это да. А. Я понял. Так, использовать. Так, 114 188. Так, 188. Так, сохранимся. Что у нас тут за арт? Так. Мы не взяли его. А его и не видно. Значит, не тут, что ли? Или опять провалился? Кровососы. Так, а ну-ка. Еще один бегает вроде бы. Так. Да, нам в другую сторону.
Слушайте, а где мой пестик? Хороший. Сундучок. Дверь с кодовым замком. Так. Использовать. Так, 779-133. Странно, и держала. Ну ладно. Да, они половину путепровода сюда засунули. Любопытно. Там тупик, наверное, скорее всего. Так. Еще дверь. Опля. А вот такое я не помню. Вообще. Это у нас получается, что с метро, короче, они вытащили, что ли? Или сами сделали? Ну, респект тогда модели ручью. Ну, так, и мы с вами куда выходим? На ЧАЭС, да? Точно. Так, мы с вами на ЧАЭС. Ну что, я предлагаю тогда уже пройти на ЧАЭС уже в следующем видосе. Ну а на этом все. С вами был Crazy Stalker. Всем до новых встреч. Пока. Увидимся в следующем видео.